пусть бабушки и дедушки будут здоровыми. Я им пожелаю, чтобы они жили хорошо и счастливо. Чтоб у них было очень много денег, и они покупали себе еду разную. Детям игрушки покупали. Еще все дети были хорошие, сильнейшие, но по-украински хорошие. А я немножко так знаю, там будлавка. Дякую. Желаю, чтобы у всех Новый год был очень хорошим. В школе всегда ставили самые хорошие и хорошие оценки. Чтоб еще у них много было детей, было родных, мам, пап, тетей, мам, теть, дедушек, бабушек. Чтобы Дед Мороз подарил всем детям счастье. И чтобы в следующем году было побольше праздников и побольше каникулов, а родители, чтобы никогда не обижали своих детей и любили их.